Из всего множества артефактов, существовавших долгие века, лишь некоторые из них обросли легендами и получили статус вымысла среди скептиков. Скорее всего, к искреннему счастью тех, кто пытался их скрыть. Потому что владение столь мощным артефактом привлекает особое внимание. И если ты не готов отбиваться от желающих его заполучить, лучше держать подобную находку в секрете. Едва ли легендарных артефактов по миру было мало, но если взять именно Британию, то первое, что приходит на ум при словосочетании «легендарные артефакты» — это, разумеется, дары смерти. Дары смерти — это легендарные, мощнейшие артефакты, созданные талантливейшими магами прошлого. Правда, в это мало кто верит, даже из тех волшебников, что в принципе верят в существование даров. Есть легенда, что жили однажды три брата, и были они могучими волшебниками, и однажды сама смерть решила прибрать их к рукам. По ее задумке, те должны были утонуть при попытке перебраться через реку, но трое волшебников додумались сделать мост. Да, разбирать детскую сказку, ловя ее на глупости, это уже низость, так что я лучше просто закончу. Смерть была разочарована, но виду не подала, напоказ восхитившись мастерством магов и предложив им дары. По ее задумке, эти дары должны были и привести ее план к исполнению. Вообще, в мировой литературе и магов, и маглов такие вот дары, встающие поперек горла, не редкость. Конец весьма предсказуем. Оторвав от валяющейся в реке гниющей бузины ветку, смерть превратила ее в бузинную палочку. В английском языке бузина произносится как elder, и это же слово обозначает старшинство, древность. Поэтому название бузинная палочка и старшая палочка по сути одно и то же. Просто второе название говорит о ее могуществе. А могущество у нее действительно было внушительное. Но средний брат захотел еще больше могущества. Он решил унизить саму смерть, получив в свою власть возможность возвращать умерших к жизни. Смерть, подняв камень со дна реки, превратила его в воскрешающий камень, второй могучий артефакт, позволявший делать то, что под силу лишь самой смерти. А вот третий брат был смышленым и сразу понял, к чему все идет, а потому попросил артефакт, способный скрыть его даже от самой смерти. Смерть скрипнула зубами, невольно похвалив младшего за прозорливость, и вручила ему мантию-невидимку, способную скрыть кого угодно и от чего угодно. И братья разошлись, и судьба их была вполне логична и отражала их взгляды на мир. Ведь все эти дары не были случайны. Если отбросить всю эту сказочную пелену, то остается лишь скелет из фактов и домыслов. Вполне возможно, к слову, что история о победе над самой смертью была сочинена самими же братьями. Это, конечно, лишь предположение, но логично рассудить, что они в чем-то были дураками, конечно, но уж точно не были идиотами. Они прекрасно понимали, что удержать в тайне такие могучие артефакты не выйдет при всем желании, поэтому лучше сразу же сочинить небылицу, в которую будет несложно поверить, учитывая специфику артефактов. Точнее, одного конкретного артефакта. Кто именно до этого додумался, трудно сказать. Если старший брат, то, возможно, он просто хотел приукрасить заслуги собственного труда, фактически выкопав себе могилу. Если младший, то он явно хотел превратить все в фарс. Среднему, скорее всего, было вообще не до того. Так и родилась сказка, где сама смерть уважила могущество трех волшебников, проявившейся в постройке моста. Любой ребенок-волшебник смог бы это сделать. В чем действительно проявилось могущество братьев, так это в создании артефактов. Да, братья Певерилл, а именно так их звали, не встречали, разумеется, никакую смерть. Как скажет однажды профессор Дамблдор, они были могущественными волшебниками, опасными волшебниками, которые и создали эти артефакты. Цитата недословная, но она очень верно передает суть. Определение «чрезвычайно могущественные опасные волшебники» очень точно им подходит, если поближе взглянуть на их творение. Время жизни братьев – начало 13 века, а примерное создание артефактов – 1214 год. Что ж, первый известнейший артефакт – старшая палочка, бузинная палочка и жезл смерти, как ее потом начали называть. У нее были и другие прозвища, но эти самые звучные. Все от того, что за этой палочкой тянется долгий шлейф из трупов и побоищ. Из-за этого ее след достаточно легко проследить. Да и сама концепция могущественной палочки проста и понятна каждому.
Кому нужны эти мантии, их и так полно. Воскрешающий камень, что за вздор. А вот мощная палочка – это желанное приобретение для любого мага, включая изготовителей палочек. Оливандр, к примеру, мечтал заполучить ее для изучения и раскрытия ее тайн, а вот Григорович даже смог ее заполучить. И судя по тому, что палочки он делал самые обычные, пусть и хорошие, тайны он так и не раскрыл. Тема с изготовлением палочек тут задета неспроста. Чтобы изготовить волшебную палочку, нужно недюжее мастерство. Любой мастер скажет вам, что не волшебник выбирает палочку, а палочка волшебника. То есть можно предположить, что у палочек есть свое подобие воли, некая воплощенная магическая мощь, ищущая созвучие с мощью волшебника, нуждающегося в палочке. Точно этого не знает никто, даже изготовители палочек. Это фундаментальные загадки волшебства. Но если учесть, что именно палочка выбирает волшебника, и это признанный факт, то на палочку, как на изделие, можно взглянуть уже не просто как на проводник мощи волшебника, чем она по сути является. Ведь магию можно сравнить с водой, источником которой является маг, а палочка служит лишь шлангом, направляющим и меняющим поток. Существует множество школ, где формы такого катализатора меняются, скажем, в Дурмстранге колдуют посохами преимущественно, а в Уагаду и вовсе колдуют без катализатора, голыми руками. Да и по словам тех же Оливандера и Дамблдора, как бы ни ерепенилась палочка, сильный маг может подчинить ее и заставить делать то, что ему требуется. Но все же все сходится в одном – раскрыть весь потенциал можно лишь при созвучии волшебника и его катализатора, в нашем случае палочки. Возможно, это некое подобие воли является не просто направляющей. Возможно, оно также является и источником могущества. И, возможно, Антиох Певерил, старший брат, смог раскрыть это могущество, этот источник. Или можно предположить, что он просто достиг вершин волшебной инженерии и проработал магическую структуру артефакта на непревзойденном уровне. Скорее всего, и то, и другое. Как итог, старшая палочка действительно была очень мощным катализатором. Творить волшебство с ее помощью было сильно проще, а само творимое волшебство было гораздо мощнее, нежели бы оно было сотворено с помощью обычной палочки. К сожалению, Антиох даже не думал о том, чтобы держать язык за зубами. Могущество ослепило его, и было отчего. Честно, и даже нечестной дуэли палочка не давала шанса даже отряду врагов, особенно в руках мощного мага, кем Антиох без сомнений являлся. Но есть и иные способы лишить кого-то могущества. Форточный вор влез в окно к Антиоху и забрал жезл смерти, перерезав на всякий случай горло его прежнему владельцу. Уже к тому моменту палочка, скорее всего, успела обогреться кровью множества врагов, но с этих пор она всплывала то здесь, то там, и везде за ней шел след из разрушений. По понятным причинам Антиох не успел дать потомство. Если бастарды и были, то о них совершенно ничего не известно. Впрочем, скорее всего, их не было, ведь есть мнение, что Певериллы придерживались концепции чистой крови. Во всяком случае, их потомки точно ее придерживались. По своей сути, палочка признает себя своим хозяином, если ты отнял ее в честном бою. Никогда и нигде речь не заходила об убийстве, и нет ничего, что подтвердило бы его необходимость. Возможно, сам Антиох это и понимал, но вот менее образованные маги, не сведущие в тайнах изготовления палочек, этого явно не знали. Бузинная палочка нашла нового хозяина через убийство, и с этого момента, а возможно и с подачи самого Антиоха, кто же знает, родилось поверье, что палочка будет служить в полную силу лишь тому, кто убьет ее прежнего владельца. Вор очень скоро ощутил это на себе. Вряд ли палочка задержалась у него надолго. За долгие века ей успели завладеть достаточно много личностей, хотя известными стали не все. Видимо, у кого-то она совсем недолго задержалась, как у обокравшего Антиоха. Этого вора запомнили лишь потому, что с него началась эта цепочка. Не осталось даже имени. После него первым известным владельцем жезла смерти стал Эмерик Отъявленный. Достаточно известный маг, проживший очень бурную жизнь, но, вот ведь сюрприз, очень короткую. Как и полагается владельцу подобного артефакта. В эпоху Средневековья он держал в страхе всю Южную Англию, и нетрудно догадаться, что именно помогало ему в этом. Очень скоро Эмерика убил волшебник с не менее странным по нынешним стандартам именем – Эгберт Эгоист. Следующий владелец палочки неизвестен, но в разные времена она появлялась в руках у Гаделота, автора книги «Волхвование всех призлейшее», где описывается множество темных искусств. Правда, не все. Все же у Гаделота были некие принципы. Сам изобретатель темных заклинаний был заточен собственным же обезумевшим сыном в подвале своего же дома, где и умер. Палочку забрал тот самый сын, Геревард.
В начале 18 века палочку заполучил Варнава де Верил. Как нетрудно догадаться, палочку в основном получали люди, мягко говоря, не очень хорошие. Варнава быстро при помощи артефакта, который он прозвал «бузинным жезлом», обрел славу жестокого злодея. Но недолго длилось его извращенное счастье. Ведомый желанием заполучить палочку Локси, убил Варнаву. Так палочка обрела нового хозяина и новое прозвище – «Смертоносная палочка». Локси был темным магом. Конечно, кем же еще? Палочку он использовал для расправы с неугодными ему личностями. Он обрел славу настолько нежелательной персоны, что даже непонятно, кто же его в итоге убил. Этим хвастались очень многие, включая его собственную мать. Однако эксцентричный, но без сомнения талантливый ученый Ксенофилиус Лавгуд считает, что Локси одолели либо Ливий, либо Аркус. Кем были эти личности, трудно узнать. Очередная помеха на пути у бузинной палочки. И уже спустя какое-то время палочка неведомым образом попала к опешившему от счастья мастеру волшебных палочек Григоровичу. Правда, счастья она ему так и не принесла, как, в общем-то, и никому из тех, кто с ней пересекался. Сначала молодой вор украл ее прямо из мастерской Григоровича, а затем, спустя много лет, жаждущий власти Волдеморт убил Григоровича и всю его семью, ища сведения об артефакте. Тем самым молодым вором оказался Гриндевальд, творивший хаос в Британии при помощи той самой палочки вплоть до 1945 года. В конце концов, уже к заточенному в Нюрнберге узнику Гриндевальду явилось его идейное продолжение – Волдеморт. Тот потребовал сведений о палочке, но Гриндевальд намеренно солгал о том, что у него этой палочки никогда не было. Дамблдор предполагал, что в последние годы заточения Гриндевальд искренне выказывал раскаяние за совершенное злодеяние и таким образом решил спасти мир от проклятой палочки, но Волдеморта это не остановило. В 1945 году в честном бою палочку присвоил именно Дамблдор, который на момент допроса Гриндевальда был уже мертв. Поэтому змееликому волшебнику не составило труда разграбить могилу и присвоить палочку. Ну а дальнейшая история известна всем очевидцам последней битвы за Хогвартс. Волдеморт просчитался. Палочка не слушалась его, и он решил, что это все потому, что он не убил прежнего хозяина. Поэтому, думал он, нужно просто именно это и сделать. И, по его мнению, новым истинным хозяином был тот, кто и убил Дамблдора, Северус Снейп. Это логично, но Волдеморт не ведал, что Снейп давно работал вместе с Альбусом, и смерть последнего была обговорена. Это не было боем, это не было честной победой. Увы, и смерть Северуса была напрасной. Ведь последним человеком, по-настоящему победившим Дамблдора, оказался никто иной, как Драко Малфой. Таким вот невероятным образом наследник четы Малфоев на какое-то время стал обладателем самого смертоносного дара смерти. Впрочем, и Малфоя в несмертельном поединке одолели, и палочка это знала, что подтверждает отсутствие необходимости убивать. Разоружил Драко никто иной, как знаменитый Гарри Поттер, на котором сходятся многовековые пути даров смерти. Как уже было сказано, палочка – понятный многим артефакт. Те, кто искали дары смерти, искренне верили в ее существование именно по этой причине. Однако второй артефакт, напротив, привносил долю скепсиса в умы искателей. Камень, который может невозможное – воскрешать мертвых. Даже думать об этом мог не каждый. Это же значит, что ты обращаешь вспять саму смерть. Даже по меркам магов это невозможное чудо, на которое не способно ни одно волшебство, кто бы как ни старался и какие бы пути не были найдены. Никакая темная или светлая магия этого сделать не может. Однако Кадм Певерил, средний брат, смог унизить смерть. Так гласит сказка. На деле же ему было плевать на унижение, и скорее всего его не волновало, как Антиоха, слава. Он был ведом горем. Умерла женщина, которую он так долго любил и уже готов был взять в жены. Могущество вкупе с отчаянием толкают на сильные поступки, волевые поступки. Доподлинно неизвестно, чем по сути является воскрешающий камень. Однако его свойства точно не имеют ничего общего с названием. Он не воскрешает. Он возвращает в земной мир даже не призрака, а некое подобие эха, отпечатка души, не более того. И лично у меня есть основания считать, что воскрешающий камень – не что иное, как плод сильнейшей некромантии. Возможно, это не настолько же мощный артефакт, как Крестраж, хотя и это не факт, но он как минимум стоит с ним в одном ряду.
Отчаявшийся Кадом вполне возможно был черным магом, постигшим глубины некромантии гораздо больше, чем Волдеморт или даже Герпий Злостный, создатель первого Крестража. В конце концов, как ни старался Кадом убедить себя, что у него получилось вернуть любимую к жизни, он не справился с психологической травмой. Наблюдая за фантомом умершей возлюбленной, волшебник сошел с ума и в итоге совершил самоубийство. Как и его старший брат, Кадом не оставил потомков, и, в отличие от артефакта Антиоха, за воскрешающим камнем сложнее проследить. Практически невозможно, по той простой причине, что даже верящие в дары смерти не до конца понимают вообще, что это такое, как оно выглядит и как это распознать. Поэтому маловероятно, что между Кадмом и его потомками был хотя бы один владелец, понимающий, что он держит в руках. Спустя сотни лет кольцо вернулось в чету Певерилов, которая к тому времени уже выродилась. Теперь эта семья носила фамилию Мракс, но дело вовсе не в фамилии. От былого величия не осталось и следа. Достаток уступил нищете, а аристократическое образование – полнейшему невежеству. К тому времени воскрешающий камень был инкрустирован в кольцо, и, тыча этим кольцом в нос министерскому работнику, Марволу Мракс не был даже способен распознать в нем нечто более ценное, чем просто древнюю реликвию. Впрочем, и работник, Огден, тоже не распознал его, но уже по вполне логичной причине. С чего бы вдруг? Да еще и в такой ситуации. Позже Марволу Мракс был арестован за нападение и приговорен к сроку в Азкабане, где в итоге и умер. Его немногочисленное наследство, включая воскрешающий камень, перешло по наследству к его сыну Морфину, которого вскоре навестил Том Реддл-младший, ищущий возмездия. Он его нашел, убив отца и всю его семью, и подменив воспоминания Морфина, заставив того думать, что убийца именно он. В итоге Морфин, дав показания, так и умер в Азкабане. Однако здесь Альбус Дамблдор переиграл Волдеморта. Он сумел извлечь воспоминания из головы Морфина и найти кольцо. К этому времени Реддл сделал из него Крестраж и за ненадобностью спрятал в старом доме Мраксов. Это весьма иронично, что, возможно, один из самых сильнейших некромантических артефактов был превращен в другого порядка некромантический артефакт, не менее сильный и не менее страшный. Возможно, это даже изменило его свойства, но этого мы, к сожалению, никогда не узнаем. Какое упущение для волшебной науки, какое расточительство. Альбус Дамблдор уничтожил этот Крестраж, хотя из-за необдуманности поступка и заплатил за это своей жизнью. Воскрешающий камень при этом уцелел, хотя и немножко треснул. И, судя по всему, это никак не отразилось на его свойствах. Он позже был спрятан в Снитч и таким хитрым образом передан все тому же Гарри Поттеру. Из всех трех талантливых братьев лишь младший, Игнотус Певерил, поступил разумно. Он создал мантию-невидимку. Если палочка всех манила, камень вводил в недоумение, то мантия не интересовала практически никого. Скорее, она нужна была просто для набора, ведь, по поверью, собравший у себя все три артефакта станет повелителем смерти. По факту, мантии-невидимки были у многих. Они не являлись ширпотребом, но не сказать, чтобы их было мало. Альбус Дамблдор как-то обронил, что истинная сила мантии дара была в том, чтобы укрывать и тех, кто тебе близок. Это, конечно же, не совсем так, точнее, совсем не так. Технически ни одна мантия-невидимка в подметке не годилась мантии-дару. Обычные мантии со временем протираются, рвутся, особенно от попадания заклинаний. Да и дезиллюминационные чары выветриваются, фактически делая мантию бесполезным куском ткани. Старой, никому не нужной ткани. И случается это довольно быстро для такого ценного и дорогого продукта. Но вот мантия-дар – это иное дело. За сотни лет она не постарела ни на день. Она не потеряла своей целостности и свойств. И притом ее свойства были более обширны, нежели свойства обычных мантий. Например, она не подчинялась манящим чарам. Казалось бы, такой концептуально простой артефакт, но сколь мастерски он был выполнен. Мантия, чье призвание «сокрытие», скрывала всех ее хозяев. Игнотус Певерил умер своей смертью и передал артефакт своему сыну, а тот своему, и так далее, сотни лет подряд. О мантии не было слышно в народе вообще ничего, и не то чтобы хоть кто-то горевал на этот счет. И в итоге всего ее последним хозяином и полноправным владельцем оказался прямой потомок Игнотуса – Гарри. Гарри Поттер. Герой, на котором сошлись все три артефакта. Повелитель смерти, если верить поверьям. Трудно сказать, что в этот титул вкладывали другие. Можно предположить, что ничего хорошего.
могущество, власть. Но Альбус видел это в ином свете. Он как никто понял опасность этих вещей. Он разгадал загадку Повелителя Смерти. Это не тот, кто ей повелевает, а тот, кто понимает, что смерть неизбежна и нормальна, и принимает ее, обладая могуществом обратить ее вспять, или нести в массы, или даже скрываться от нее. И Альбус смог передать эти знания Гарри, правильно воспитав его, и тот действительно оказался достойным носителем даров. Тем, кто похоронит их раз и навсегда. Старшая палочка будет веками лежать в могиле Альбуса Дамблдора, и могущество ее угаснет со смертью Гарри, ибо и если никто не сможет одолеть его. Воскрешающий камень был утерян в запретном лесу, и там он никогда не будет найден ни одной живой душой, ибо найти нужную каплю в море невозможно. Ну а мантия... Мантия останется у своего хозяина, чтобы и дальше продвигаться по роду Певерилов. Возможно, любопытные волшебники продолжат искать дары смерти и дальше, даже не подозревая, что Повелитель Смерти уже пришел в этот мир, и сказка, наконец, закончилась.